На таком фоне секретарь украинского совбеза Александр Турчинов заявил сегодня, что на Украине может быть введено военное положение и продолжится мобилизация. Шестая волна заканчивается в ближайший понедельник, и вот под занавес есть свежие скандалы с методами комплектования украинской армии. Канал отправки наемников перекрыт в Белоруссии. Вербовкой занимался некий националист с позывным «Тарас», сообщило минское телевидение. Сами украинцы, судя по данным, которые поступают в заголовки новостей, от повесток прячутся всеми силами. План по призыву в Закарпатской и Ивано-Франковской областях выполнен только на четверть. Все больше случаев, когда в войска отправляют тех, у кого явные проблемы со здоровьем.